И чего там говорить? Вот говорили о заделах советского времени. Но не было в заделах. У нас производство мяса крупного рогатого скота. Ну, не было. Я говорю правду. Правду. И вы должны знать об этом, если занимаетесь. Потому что не было у нас производства специально. Включите микрофон. Сядьте, пожалуйста. Не надо. Не-не-не-не-не. Вот послушайте меня. И вы не можете об этом не знать. У нас в России, в Советском Союзе, не было специального мясного животноводства. В Оренбургской области и везде по России не было специального мясного животноводства. Вы знаете, что я уже занимаюсь этим не первый год. И я внимательно, очень внимательно слушаю наших сельхозпроизводителей. И вы поезжайте к ним и поговорите. И с Зубковым поговорите, который у нас занимается сельским хозяйством с молодых ногтей. Он был и директором совхоза, и колхоза, и не чета многим здесь в зале сидящим, поднимал разваленные предприятия. И он знает, как строить эту работу. Знает, уверяю вас. И у нас много таких специалистов. Я почти каждую неделю с ними встречаюсь. Почти каждую неделю. Не было у нас в Советском Союзе мясного животноводства. У нас забивали скотину, которая уже молоко не давала. Присядьте, пожалуйста, присядьте. Да не о поголовье идет речь. У нас голов много, мяса мало было всегда в Советском Союзе. Вот в чем все дело. И мясные электрички, помните, наверное, длинное, зеленое, мясом пахнет. Что такое? Электричка в Москву. Ну мы же это знаем с вами, ну чего об этом говорить? Вы понимаете, я не хочу с вами вступать в идеологический спор. Дело ведь не в этом. Дело в том, чтобы нам эффективно функционировало хозяйство, нужно добиться этого. Вот в чем все дело. Не было мясного животноводства специального. И сейчас мы занимаемся селекцией, занимаемся ввозом этого поголовья из-за границы. Это кропотливая, большая и требующая длительного цикла работы. И вы знаете, что это 8-10 лет. Не можете этого не знать. И мы добьемся этого решения. Решения этой проблемы. Так же, как по мясу птицы и по свинине добиваемся. Вот. Да нет, но они во многом, многие вещи правильно говорят. Но это, знаете, полемический задор такой. Это правда. У нас поголовье было большое, только с каждой коровы мясо было с гулькин нос. Вот в чем все дело. Потому что это выработанное стадо, которое давало молоко.